свете глупый парень. Все вокруг его пинали, но глупый парень, он такой же, как мы с вами. Да, ну, чуточку глупей. Всем привет, это я, Оля Кекс. И как вы уже, наверное, знаете эту грустную новость, но «Глупый парень за хлебом» второй сезон закончился. Да-да, вышли уже последние серии, которые я пока что не смотрела. И прямо сейчас буду это исправлять и предлагаю вам вместе со мной посмотреть этот шедевральный сериал. Но по традиции перед просмотром поставьте лайк под этим видео, подпишитесь на канал и напишите какой-нибудь хороший комментарий. Ну, например, «Глупый парень топ». Я закончила смотреть этот мультфильм, когда у него уже появились деньги после работы грузчиком, но исчезла возможность зайти в магазин, так как были какие-то гопари на входе. Да, вот эта самая серия. Что же предпримет глупый парень на этот раз? Глупый парень понял. Здесь ни хлеба не купить. Окей. Надо ехать в другой город, чтобы вопрос этот решить. В другой город ехать за хлебом? У них в городе всего один магазин с хлебом? Поезд прибыл на вокзал. Парень наш решил схитрить. Зацепился за вагон, за билет, чтоб не платить. О нет, глупый парень, ты что, глупый? Это же очень опасно. Без билета. Есть закон проводника. Ты налей-ка кофейка. Выгонять скинка. Парень замахнул на крышу, но затронул провода. Блин, это жестко. И упал. Что это? Играют волк и лиса в шахматы? Вы только посмотрите на их лица. Чаще оказался, поезд от него слинял. О нет, придется искать хлеб в лесу. Может, он его вырастет вообще сам? Пу-пу-пу, пу-пу-пу. Магазинчик я найду. Запах костра. Кто-то жжет костер. Это барды, какой-то бардовский конкурс бардовских песен. Что это за банда в лесу? Это я только что играла на гитаре вам. А, вот эта отсылочка, да? Вселенная, вселенная Роблокс. Мы живем в Роблоксе. О, у них есть хлебушек. Кажется, я знаю, что будет делать глупый парень. Хлеб! Угу. Надо дождаться, когда они уснут. Зайчик, зайчик, попрыгайчик. О, зайчик, там много хлеба. Хоть... Почему заяц вот... Почему, вы видели, что сделал заяц? Там много хлеба. Что с ним? Хочешь, я с тобой поделюсь. Но зайцы не едят хлеб, они едят морковку, да? Итак, стемнело, но глупый парень не дря... А, он тоже спит. О, вот это, блин, комар, нифига себе, он высосет всю кровь из тебя за один раз. Тупой заяц. Зайчик, какаху оставляйчик. Ананас! Хлеб или ананас? Вы бы что выбрали? Хлеба я добыл и бабки сохранил. Глупый парень круче всех, всегда ждет меня успех. Обычно после этого начинается какой-то полный пиз... Кабан? Боже, кабан с красными глазами атакует. Слушайте, ну явно у этого кабана... Почему у него глаза вместо сердечек, во-первых, у меня вопрос. У этого кабана явно какая-то неприязнь к хлебу, раз он так на него напал. Глупый парень, беги. До утра убегал от кабана. Пришлось силу хлеб отдать, чтобы... Чтоб кабан смог там пожрать. Его слинять. Парень нюни распустил, грустный по лесу ходил. Вдруг уперся в большой дом. Интересно, кто же в нем? Да, очень интересно. Что? Мурлайн вернулся! Блин, ребята, из первого сезона Мурлайнчик! Мурлайн. Сабуров. И кота собрался, давай, давай! Отломил, и рогатку смастерил. Огонь! Спасение. Только, наверное, у них пушки. Шансы я есть! Разведу большой костер, так охрану отвлеку, на их базу попаду. Слушайте, ну он вообще не такой тупой, как про него говорят, да?
Дым пошел по комнате дымок, скрутился ладоши кручничок. Какой классный приятный звук. Вот настоящий глупый парень. Смотрите, он видит перед собой бегущие кусты и думает, ничего необычного. Это, наверное, брат глупого парня, нет? Бум! Хедшот! Но кот Мурлайн, он же волшебник, он же исполняет желания. Но почему он не загадал себе желание и не исполнил его себе сам? Чтобы он просто покинул эту клетку. Ну или он бы мог просто пройти между этими решетками. Посмотрите, как они же размером с него. О, глупый парень, ты жив? Шш, я спасу тебя! Бандиты сейчас спалят его. Бро, принеси. Чё с ним? А бро уже в отключке. О нет, глупый парень, ускоряйся, пожалуйста. Иначе будешь мертвый парень. Я его помню. Как ты выжил? Смекалочка. Блин, ну голос Мурлайна, мне очень нравится голос Мурлайна. Еще раз давайте послушаем. Не трогай его. Не трогай его. Сначала я разберусь с ним, а потом с тобой. О, ноу, не берите грех на душу, не надо. Последнее желание перед смертью. Ну, чтобы вы меня освободили, я бы вот такое желание загадала. Точно! У меня же есть третье желание! Риле, точняк. Я забыла уже. Вот, спаси нас! Я думала, он скажет, хочу новую одежду! Как в первом сезоне. Взлетай, могучий кот! Вот, кот, ты же мог просто выйти вот так из клетки. What the fuck? Кот расщепил их на атомы. Все, вы теперь на льдине, как на бригантине. Ты чего грустишь? Мы же спасены. Мне нужно найти хлеб. Еще и со школы выгнали. У глупого парня, короче, все как обычно. Ладно, я дам тебе возможность все исправить. Доп желание? Экстра четвертое желание? Глупый парень перед магазином оказался. С мужиком катал, и он снова повстречался. Я здесь был совсем недавно, и все деньги проиграл. И поэтому еще раз вставлю all in. Давай, чувак. Мне кот в прошлое вернул, чтоб я ошибки исправлял. Да пошел ты! Какой грубый я! Глупый парень не ступил, наконец-то хлеб купил. Побегу скорей домой, пока делов не натворил. Да. Привет, парень, как дела? Он эй, директор. Слегка. Точно, здесь я хлеб не крал, и он меня не выгонял! Это жизнь удачная версия его. Полицейским пофиг на ограбление. Собака хочет хлеб. Кстати, вы знаете, как сделать звук клэп в битбоксе? Просто скажите хлеб на вдохе. Вдохните хлеб. А теперь побыстрее. А еще больше уроков вы найдете в моей школе битбокса Оли Кекс. Ссылочка, как обычно, в описании. Нужно ее обойти. А тут гопники. Опять некуда деваться. Надо зашкериться. Отличная мысль. Прыгнуть в какашкину канализацию. Да. Черепа какие-то. Кто-то помер уже. Аллигатор в канализации. Роблокс Сити. Мне кажется, хлеб у него уже провонял, пока он там был.
Это что за лужа говнужа? Ну что, просто отряхнет хлебушек и пойдет дальше. О, кажется, пронесло. Повезло на этот раз. Батя уже 4 дня ждет этот суп, хлеб, чтобы поесть нормально, ё-моё. Батя, я принес хлеб! Мне кажется, он воняет. Пошли жрать! Это что, хэппи-энд? Может, завтра махнем на рыбалку? На рыбалочку? Значит ли это, что третий сезон «Глупого парня» будет про рыбалку? Не знаю. Пишите в комменты, ждете ли вы продолжение этого легендарного мультфильма. Я вот лично очень жду. Ну а на этом сегодня все. Всем пока! А, футболку вам еще свою покажу. Смотрите, прикольная. С инопланетянином.